На исторической судоверфи в Лахте вбили последний гвоздь в борт «Полтавы». Таким образом, точная копия линейного корабля петровских времен приобрела законченный вид. Это событие весьма значимое в жизни каждого деревянного корабля, почти такое же, как закладка или спуск на воду. Установить 8-метровую доску наружной обшивки доверили главнокомандующему военно-морским флотом России Владимиру Королеву. К 27 мая «Полтаву» спустят на воду, и лишь после этого на ней установят мачты, паруса и 54 сигнальных орудия, внешне очень похожих на исторические пушки.